Обручается раб Божий Зиновий рабе Божьей Екатерине. Обручается раба Божья Екатерина рабу Божьему Зиновию. Она Кристина не позвала? Вот хозяина на вас нету. Вот придется Зиновий Борисович с мельницы. Он вам покажет. Вот и будом тянет. А поезд на пекир не достанет. А ну-ка, сколько вам не будет? Ого, 3 пуда 7 фунтов. Диковина. Чему ж ты дивуешься? А тому, что 3 пуда потянула. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо. Да и то не уморишься. Что же, я не человек, что ли? Небось, тоже устанешь. Дело наше на весу ничего не значит.
Сила тебя, Альфа. А я в девках страсть сильная была. Не каждый мужчина меня одолевал. А ну-с, дозвольте ручку, если так. Ай, чёрт, кольцо ж больно. Ой. Ну, а если на барки? А? Сережка, вот вор проклятый. Я вот тебя забери, а? Всем вор взял. Какую хочешь женщину до греха доведет? А уж не постоянный подлец. Мальчик твой откуда, Аксинев? Так гулевой. Давно у нас этот молодец. Сергей-то, а с месяца будет, как муж твой матушка и взял его. У Копченовых допреж служил, так прогнал его хозяин. Говорят, с самой хозяйкой в любви был. Вот анафемская его душа, какой смелый. Ну вы, олухи царя небесного, сыпь не зевай, грабло не замай. Здравствуйте. Позвольте пугаться, это я, Сергей. Что тебе, Сергей, нужно? Делиться к вам, имею Екатерина Львовна. Просить вашу милость. Позвольте зайти на минуту. Да вот пришел к вам, Екатерина Львовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать? Скука одолевает. Нет у меня, Сергей, книжек. Не читаю я их. Знаете, такая скука. Чего тебе скучать-то? Помилуйте, как не скучать? Человек и молодой, а живем словно в монастыре каком-то. Даже отчаяние иногда находит. Чего ж ты, Сергей, не женишься? На ком тут жениться? Я человек незначительный, а по бедности все у нас вокруг. Ну, сами знаете, Екатерина Львовна, необразованность. Разве не могу, что любви понимать? Как следует. Вот вы каждому другому человеку, который себя чувствует в утешении, только. А у них вы как канарейка в клетке содержитесь. Да, скучно мне. Помилуйте, как не скучать? Вижу, что и вам вот не лучше моего. На свете приходится. Только теперь, Екатерина Львовна, все это в эту минуту в ваших руках и в вашей власти. Ты чё, пусти, пусти руку-то, а? Что ты? Ты чего? Ты зачем дверь закрыла? Ты зачем сюда пришел, а? Пусти меня, я сейчас в окно выброшусь. Жизнь, на что тебе бросаться? Мамочка! Тихо, тихо. Что же это? Пусти, я тебе Екатерина говорю! Ивановна. А! Аксинья! Тихо, тихо! Пусти! Тихо. Красавица моя! Красавица! Аксинья! Тихо! Пусти! Пусти, говорю!
Катя. Пусти. Пусти. Тихо. Ксения. Ой, тихо. Пусти. Мамочка. Мамочка. Пусти. Ой, пусти. Ой, мамочка. Дверь скоро запрут. Каких ты людей душа моя видела? Что им такая дверью к женщине дорога? А? Екатерина Львовна, ну какая же вы у нас королева. Ой, никак надевиться не могу. Вот уж Зиновий Борисович порадовались бы, а то такие наряды в сундуках пылились. Чудно, матушка, только стали уже опять спать. Сколько раз тебе говорено было, чтоб мешки по всему двору не валяли? Здравствуйте. Живем все амбар собрать! Одна такая здесь, другая там! Живо! И пошевеливайся! Ну а ты что? Thank you.
и заспалась, но... Вот и чай поспел для вашей милости. Иди, иди. Я сама. Ко мне, Сереженька, во сне все какой-то кот лез. Мечта не одно. От чего же вы, Сереженька? Этого мечтания прежде никогда не было. Прежде на тебя одним глазом глядел, да сох. А ну чего на? Всем твоим белым телом владею. А ты сох по мне, Сережа? Ну, а как не сох? Сох. Ну, а как ты сох? Расскажи-ка мне про это. Тосковал. Отчего же я не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствует. А? А почему ты песни пел, если тебе по мне скучно было? Я ведь слыхала, как ты пел. Ну и что с того, что пел? Комар, вон, весь побег поет. Да ведь не страдайся же. М? Сереженька маленькая, страсть как петь любила. Посмотри, Сереженька, рай-то какой. Ну, как вы тут время препровождали, Екатерина Львовна? А? Наша радость, это известно. О! По балам не ездим. О! И по театрам столько. О! Словом, радости к мужу у вас немного. А как еще радоваться? Ну как еще радоваться-то? Сейчас покажем. Слыхали! Слыхали! Мы про вашу радость! Ой, не губите! Ой, наше отсутствие! Ой, не убивайте! Не убивайте, Зина Борисовна! Слыхали! Ой. Ну, будешь? Ой, буду! Буду, Зина Борисовна! Будешь! Ой, боюсь, буду, Зина Борисовна! Мамочка, буду, 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 буду! Ой, мамочка, буду! Ой. Будешь? Ой, будешь! Ох ты, Боже! Сережа! Сережа! Слушай, Сережа, что я тебе скажу? Я про то, как там другие прочие были. Знать ничего не знаю и не хочу. Так вот, ежели ты мне... Ты изменишь, ежели меня, да на кого-нибудь, да на другую. Я с тобой, друг мой сердечный, живая не расстанусь. Слыхал? Слыхал? Серёга?
Сережа! Сережа! Сережа, что ж ты меня так целуешь? Это только мужья с женами так друг дружке с губ пыль сбивают. Что-то ты такой нерадостный. Сама посмотри, какое у нас с тобой дело. Будь я равный тебе, Екатерина Львовна, я бы с тобой ни в жизни не расстался. Ну, а так... Говори, говори. Не, что тебе почет какой полюбовницей быть. А? Говори, Сереженька, говори про свое горе. Не, что ты сама не знаешь. Муж твой наедет... А ты, Сергей Филиппович, ступай прочь со двора. И смотри, какой Екатерина Львовна в спальне свечечкой горит. Как она постельку перебивает, да со своим законным Зиной Борисовичем почивать укладывается. Что, Сереженька, не говори мне про это. Да ни за что не будет, чтобы я без тебя осталась. Вот и чай поспел для вашей милости. О, иди, я сама. Иду, иду, сама иду. Сергей Филиппович, вас, кажись, просят. Ну, крысеныш. Ну, кажись, чисто. Да что вы? Да что ж ты, матушка, красавица? Крыс прежде встречала, что ли? Ой, как испугалась, надо же! Да у нас их тысячи! Ты какая-то проклятых не берешь! А пугаться-то и не надо вовсе! По мне так крыс не хуже другой животной! Вот ты уж боялся, как эту свинину порода! О, гадюки! Рю небесную, тшитель души истины, и же везде и вся исполняю. Сокровище благодарю, веры оставляем жуком нашим. Иди на свои искушения. Глонасс. Ох и походни быстрою, ой, да я с милым итог иду. Ох и меня быстрая, ой, меня залетит очи. Ох и подле быстрою, ой, да самого. Сереж, на галерее побудь, не отходи далеко. Не уходи.
Твои. Это вы, Зиновий Борисович. Вот ты не слышишь. Что-то перед зарей холодно становится. Чай поставить? Ой, Отцу и Сыну и Святого Духа, аминь. Господи Иисус Христе, Сын Божий, молитва и причисти Твоей Матери всех святых помилуй. Ну как ты тут время препровождала? Ничего, самовар-то поставить. Самовар. Скричи Аксению, пусть она поставит. Чего ж там? Сама пойду. Сашенька, не уходи, милый. Жди здесь. А для чего это вы постель надвое разобрали? М? Что? Я говорю, вы постель для чего надвое разобрали? А вас я дожидалась, Зиновий Борисович. А откуда у вас один предмет на постели оказался? Чего? Я говорю, предмет откуда взялся? Какой предмет-то? Такой. Ну какой такой? Сами знаете. Не знаю я. Не знаете? Не-а. Вот он, предмет. А, в саду нашла. Да кипки себе подвязал. Слыхали мы про ваши юбки-то, слыхали. Чё? Что? Ничего, проехали. Ну что, про Сергея что-нибудь напрягали? Ничего. Ничего. Нашей власти над вами никто не снимал. Екатерина Львовна. И кто снять не сможет. Ничего. Сами заговорите. Я этого не могу. Ничего. Заговорите. Пойдем, Сережка, пусть она радуется. Пойдем. Ну что, вот он. Расспрашивайте его и меня. Что вы такое знаете? Что же это вы, варвары-то, делаете? Вон отсюда! А ты меня бойлом задумал пужать. Поздно! Ну-ка, Сережка, ну-ка, поди-ка, не голубчик. Вон отсюда! Вон отсюда! Посмотри, какова Люба распрекрасна! Господи, ты что здесь меня делаешь-то? Варвар! Сережа! Thank you.
купец. Надо, братцы, розыски. В реке искать надо. Да чего уж розыски. Ямщика-то, что его с мельницы вез, арестовали. А он говорит, будто Зиновий-то Борисович встал с телеги под монастырем и пошел. Ямщика и надо трясти. Все покажет. Что-то, однако, нашего хозяина по сей пору нету. Пропал Зиновий Борисович, да и только. Сказывает, когда с мельницы выезжал, сильно в расстройстве был. Все имщика поторапливал. Домой сильно спешил. Пропал Зиновий Борисович, да и только. Выходит, значит, пропал. Вовсе. Ну, а вы что тут расселись?
какие же у нас гости. Ну, здравствуй. Здравствуйте. А как тебя зовут? Федор. А еще-то как? Ну, Федор Захарович Лянин. Ой, молодец. Молодец. Ну, иди ко мне. А я Асу Зиновия Борисовича, двоюродная сестра. Ну, а Феденька, конечно, мой племянник. Добро пожаловать. Ну, пойдемте. Еще немножко. Вот. Ой, моя умница. А? Ну, еще, еще. Ах, молодец. Вкусно. Какой же ты молодец, а? Федор Захарович. Как получили известие о Зиновии Борисовиче? Сразу и собрались с Феденькой. Вы, наверное, знаете, Катерина Львовна, что Зиновий Борисович не только на свой капитал торговал, но вороте у него и Феденькины были деньги. Вот и прекрасно. Будем мы с Феденькой оба наследники. Как его зовут? Маня. Маня. Меня зовут Маня. Тебе нравится? Нравится. Ну вот, пожалуйста, развлекайся, играй. А я поскакала. Маня. Маня. Сереж, ты что? Сереж. Грустно все это, Катя. Это чего же? Выходит, Екатерина Львовна, наше дело с вами прах. А чего ж так прах, Сереженька? Потому что при этом Федьке теперь все в раздел пойдет. Да не ж тебе, Сереженька, мало будет. Что с меня? Счастья уж того нам не будет. Да чего жить, Сереженька, нам с тобой? Счастья не будет. Спать пора.
Сергея Филипповича не видел? Окажись, с Аксиньей куда-то шел, матушка. Сережа, я тебя искала. Зачем? Совсем не больно. Сережа, Сереж, надо бы Феденьке за лекарством. Сережа, ты что? Ходи. Сереженька, Сережа, Сереженька, ты что? Сережа, что ты? Людишь кругом, Сережа. Сереженька, Сережа, любишь, любишь. Ну, матушка. По субботу день ненастный. Нельзя в поле всех работать. Нельзя
Люди ж кругом. Иди. Иди, иди. Как же быть, Сереж? Я, Екатерина Львовна, хотел тебя настоящей дамой видеть. А теперь через этого Федьку. При уменьшении капитала. Да не жмет, Сереженька, нужно. Вам как будет угодно. Только я через этого Федьку счастливым быть не могу. Как же теперь быть? Екатерина Львовна, матушка. Че это, Надочка, глядя? Да. Я, Екатерина Львовна, к всенощной собралась. Вы уж не откажите, последите за Феденькой. А я помолюсь за него, за отрока нашего. Да-да, конечно. Идите, конечно, я послежу. Благодарствую. Извини меня, матушка. Что, Сережа? С тобою нині же пошто оставил мя еси. Вишь, Господи, яко звери дивни растерзаша мя тебе ради, избудены суть зеницы, очес моих, плоть моя ранами раздробляется. Что ты, Феденька, читаешь? Житие, тетенька, читаю. Занятно. Очень, тетенька, занятно. Какое же место ты читаешь? Житие моего ангела, святого Федора Стратилата, тетенька. Ну, читай, читай. Вижте, Господи, надо велеть закрыть окна. Дивни, дивии.
растерзаша мя тебе ради. Что? Из будены суть зеницы. Из будены суть зеницы отчеств моих. Ты чё? Плоть моя ранами раздробленная. Окна надо закрыть. Уязвляется лица. Все мешно, не скоро кончится. Заглушаются зубы. Праздник большой. Завтра. Единый. Служить долго будут. Ноги и кости. Я пойду. На кресте висят. Он там один. Помяни меня, Господи. Я пойду. Претерпевающего крест. Я пойду, Сережа. Железо. Я пойду. И ум. Тетенька, я боюсь. Ты чего, Федя? Я чего-то испугался, тетенька. Кто это с вами шел? Где? Там, за дверью. Никто со мной не шел. Никто? Показалось. Хотите, тетенька, я вам еще почитаю? Да-да, читай. Гвозди есть, вот я затян. Тетенька, там кто-то есть. Никого там нет. Тетенька. Ты ляг, подушку-то, Федя. Я боюсь. Ты? Я тебя я очень боюсь, прошу, Федя. Тетенька. Ляг, пожалуйста, там, на подушку. Там кто-то есть. Ну, пожалуйста. Там ну, я тебя есть. Очень прошу, Федя. Я боюсь. Да, Лёша! Убивают, братцы! Сережа! Да стой же! Господи! Куда? Господи, прости меня, Господи! Сережа! Вон опять! Сережа! Господи, прости меня! Господи, прости меня! Прости меня! Умоляю! Ты надо победить! Куда? Стой! Вон опять! Пойдем! Вон! Господи, прости меня! Сереженька! Господи, прости меня! Сереженька! Умоляю! Тише! Умоляю! Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня! Сережечка. Велика радость после такой муки видеться. Жизнь бы свою прокляла, не только свидание. А мне, Сережечка, все равно. Мне лишь бы тебя видеть. Сереженька. Глупости все это.
Воронова! Воронова! Как? Да Воронова же! Ну? Не густо, купчих. Измайлова. Наткнись ты, без тебя тошно. Это ты, а? Кто это? Подлец! Подлец! Я тебе не Зиновий Борисович. И ты теперь не велика купчиха. Подлец. Так что не пышись. Краса, купчиха! Видишь, как она тебя? Нас теперь козера Гавторг не идут. Значит, дай ты мне мою повязку-то. Ты. Отдай, пожалуйста. Ты зачем разлучаешь, а? Да не, что это любовь какая. Или интерес, что сердиться. Мой случай был допрошу. Ты он с Санеткой глядела бы. Ну что, красавица? Да ноги вот мерзли. О, тебе побудется потеплее. А где взять это? Дай помогу. Давай. Думаешь, так теплее будет? На это мы поглядим. Погодь. Держи. Это мы поглядим. И Львовна! И Львов! Поди, а! Ну поди, разговор есть. Кать! Кать, ну поди! Чего ты? Екатерина Львовна! Поди! Ну поди, разговор есть! Катя моя, сердишься еще? Пойдем. Пойдем. Возьми. Ладно, садись. Что с тобой? Что с тобой, Сережечка? Нога. Смерть больно. От самой щиколки до самого колена кости так и гудут. Что же делать-то, Сережечка, а? Мне что только в лазарет в Казани попроситься. Ты за что? Сережечка, как же это так, милая? Ты здесь останешься, а меня погонят. А что же делать? Вперед так. Аж цепь в кость съедается. Потерпи. Ну, потерпи, а. Милый. Тогда чулки шерстяные, что ли, еще поддеть? Есть чулки? Не надо. Новые чулки? Подожди, нет, ну, как, подожди, подожди. Смотри, вот. Ну, что? Ну, на. 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 Катя. Спасибо тебе, Катя моя. Скажи живее, не застревай ворота! Заткни, не дави, не дави, не дави!
Ну, пошли, пошли, Измайлова. Измайлова. Проходи, проходи. Ты что, дура, не видишь, куда наступаешь? Темень видишь. Сейчас как дам, будешь знать темень. Отсюда. Ну, я тебе так не пройдет. Попомни, купчиха. Ишь ты. Ну, живо, быстрее. Попомни. Быстрее, говорю. Кто там? Кто там? Моя спала. Остановите ее. Бандит, побойся ты, Боба, нечистая сила. Спала. Бабоньки, да уж утихомирьте ее. Ты что ты, милая? Иди сюда. Ах, сатана ты. Угости, купчих, водочки-то. Не скупись. Эй, ты, посовестился бы. Ну, ты, мирская табакерка. Тоже совестится. Ну, мне, может, стопный Санеткин башмак милее ее рожек кошки эдакой драной. Пусть вон кунтеру ластится, а? И все офицерши звать стали.